Представляем вакуумный упаковщик AirFree. Прибор создает давление в 400 мм ртутного столба или 47% вакуума. В комплекте поставки по 10 больших и малых пакетов. Трубка для контейнеров, руководство пользователя. Режимы работы. Вакуумирование, нагнетание воздуха и запаивание при нормальном давлении. Для упаковки можно использовать обычные пакеты, пакеты с клапанами и вакуумные контейнеры. Снаружи расположены выключатели компрессора и нагревателя, а также замки крышки. Внутри прибора выключатели не маркированы. Видна разъемная вакуумная камера и зажим для пакета, а также нагревательный элемент с уплотнителем. Для вакуумирования помещаем пакет над камерой. Фиксируем его зажимом. Нажимаем на красную кнопку. Прибор откачивает воздух и запаивает пакет. Звучит сигнал готовности. Индикатор мигает в течение 30 секунд, пока прибор отдыхает. Для хрупкого печенья используем упаковку с нагнетанием воздуха. Сначала нужно перевернуть кювету вакуумной камеры. Помещаем над ней пакет и фиксируем его в зажиме. Нажимаем на красную кнопку. Воздух накачивается. Выключаем компрессор и нажимаем на черную кнопку запайки. Упаковка при атмосферном давлении производится без включения компрессора. Фиксируем пакет зажимом. Нажимаем на черную кнопку выключателя нагревательного элемента. Во всех случаях повторное использование прибора возможно не ранее, чем через 30 секунд. Для упаковки продуктов в пакет с вакуумным клапаном следует использовать трубку, поставляемую в комплекте с прибором. Ее раструб не фиксируется на клапане пакета, поэтому место соединения нужно удерживать. Включаем компрессор и выключаем его вручную при необходимости. Похожим образом используется и вакуумный контейнер. Пакеты с клапанами и контейнеры не входят в комплект поставки, но их можно приобрести на сайте производителя.